Если вы стали ощущать неровную работу двигателя, потерю мощности автомобиля, то, по словам экспертов, вполне вероятно, что это признаки неисправности свечей зажигания. А из-за некачественной работы такой маленькой детали могут возникнуть серьезные проблемы с автомобилем. Многие автомобилисты пренебрегают этим, ездят до последнего, что в свою очередь ведет к выходу из строя других более дорогих и важных узлов, таких как катушки зажигания, высоковольтные провода и все так далее по цепочке. По мнению экспертов, выбирая свечи, не стоит экономить. Например, иридиевые свечи, несмотря на большую стоимость, более экономичны и обеспечивают двигателю повышение мощности. Автоэксперты советуют менять свечи через определенное количество пройденных автомобилем километров. Для современных наших свечей в наших условиях с нашим бензином идеальным вариантом будет для обычной свечи пробег 10-15 тысяч, учитывая наш бензин, для иридиевых свечей 40 тысяч километров. Если кататься больше, то свечи начинают уже себя вести по-другому. Машина начинает троить, повышается расход, ну и в итоге это все начинает накапливаться и выходить из строя. В идеале менять свечи зажигания следует в специализированном сервисе. Профессионалы подберут их именно для вашего автомобиля и проверят качество их работы на специальном оборудовании. Ведь не всегда по внешнему виду можно оценить качество свечи, и даже новый товар может оказаться бракованным. Сейчас мы вам покажем, как с виду адекватная целая свеча работает в обычном простом двигателе. Можем наблюдать пробои. Эта свеча уже никогда не будет работать нормально. Ее только выкинуть. Вот так работает нормальная свеча. Если вы все-таки решили поменять свечи самостоятельно, автоэксперты советуют соблюдать некоторые правила. Ни в коем случае, во-первых, не браться за изолятор. То есть берем только за металлическую часть свечки. Почему? Потому что жир на руках оставляет следы на корпусе свечки. Потом это дело все аккуратно спекается во время эксплуатации. И через эти углеродистые отложения начинают пробивать искра. Ну и, конечно, главный совет. Чтобы избежать лишних трат времени и денег, нужно вовремя проходить техническое обслуживание автомобиля.